Всем привет! Настя Миламур, это я, и вы снова на моем канале. Все мы хотим иметь красивую и упругую попу, тем более сейчас лето, время пляжей и бассейнов. И на самом деле это можно сделать и дома, без всяких долгих изнурительных тренировок и тренажеров. Самое главное – это подобрать правильный комплекс упражнений, которые заставят за короткое время вашу попу гореть. Я перепробовала очень много разных популярных тренировок, и большинство из них напрягали совсем не те мышцы, которые я бы хотела. И сегодня я поделюсь с вами комплексом упражнений, с помощью которого всего за 5 минут в день можно накачать идеальную попу. Дело в том, что именно эти упражнения заставили меня почувствовать, как горят мышцы моей попы и увидеть первые изменения. Поэтому я тоже очень хочу, чтобы вы их попробовали. Так что скорее надевайте вашу комфортную одежду и давайте сделаем это вместе! You have to let it go.
я же вам обещала, что ваша попа будет гореть за 5 минут, потому что моя правда горит, я очень запыхалась. И если вы вдруг чувствуете, что вам этого недостаточно или у вас мало напряжения в мышцах, в чем я очень сомневаюсь, вы можете повторять еще и еще раз круги, пока не почувствуете, что правда мышцы уже горят, сводят, и ваша попа просто как орех. О, дождь, начался дождь. Дождь? Еще, конечно же, не забывайте, что обязательно перед любой тренировкой должна быть разминка, а также заминка и бутылочка воды. Вот и все. Надеюсь, вам очень понравилось мое видео. Оно поможет вам обрести ту самую форму, о которой вы давно мечтали. Очень люблю вас. Если понравилось видео, обязательно ставьте лайк этому видео. Пишите в комментариях, помог ли вам этот комплекс. И знаете, я вас очень люблю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Скоро увидимся. Пока!